лежала. Понятно, что в принципе, да, по номерам записал. Обычно картинка полная, а нарезка пятница. Видео на Ютубе же. А, ну там, то, что трансляция онлайн, на Ютубе уже есть. Да нет, походу такого нет. Наверное, как бы там без вариантов, поэтому. Тут, знаешь, растягивать это типа. А вот не никак не происходит. Поэтому матч все было понятно уже в первом тайме. Просто что, ну хорошо, что может кто-то тут время, что просто кто-то бы забил уверенность, почувствовал. Вот здесь в этом плане полезно. Да. Ты можешь Йокер? Да. Конечно, конечно, сами. Да нет, это вообще еще минуту было. Братан, пойдет, да, типа? Да. Прикольно. Прям на такси приедет. Вставил. Давай!
Фотки тоже получаются, да? Нет, я раньше делал. Я что-то забываю иногда, на самом деле. Просто их пока там чуть поменьше, конечно, чуть-чуть, а так это раньше. Фотки такие самые, такие. Текста там все это читать, как бы там половина. Фотки ты просто туда выскидываешь. Назад, Саша, назад! Текста не все читают, а вот там фотографии посмотреть сами. Ну да, это же считай. Какой жесткий. Сева! Я сейчас запутался. Кто сейчас стоит? Сейчас Кукушкин, да? Я просто у меня знакомый фотограф, они тоже это самое. Обкладывали их фотографии, самые непопулярные. Конечно, лучше сейчас будем все-таки выкладывать самые хорошие, да, там 10-15 штук. И остальные, да, просто чтобы там поискалось. Ну да. Удобнее, может, время, чтобы понимать. Да. Жили! Одинаковые усилия, да, там трогает там. Ну, одному-то понятно, а в точке зрения, ну, там не особо что-то. Борьба! Хорош! Это игровой момент, больше тут базара. Ты чё, подожди? Чё не смешно? Это сына плечо. Ванда, брат, Это, кстати, это Саня? Чем вы, извините, занимаетесь? Да ничем особо. Так же, как Саня. Я понял. Имя мало. Саня? Красивый или умный? А вот травмированный. Это Даня, он фантазирует. Но все равно интересно в этой структуре. Там Вакила, конечно. Да, агроном там, разъединитель, стадион. Продавец в магазине. Ну да, дома. Иногда бывает. Ну иногда бывает, да. Президент. Агроном, кстати, в салоне берут. А остальные-то ходят там, тыкают вилами в поле. Ну да, да, да. Должен образовать. Правильно тыкать. Не, нет у нас такой команды. Да, да, я знаю, да, нет. Саунд. Ой, ё-моё, извините. Саунд. Нужно факт зажмуть. Ну там правда такой. Я. Не факт, что он прям. Еще не было.
Нормально. Я мол, Дима может согласиться, когда забил. Угу. Дима! Дим! А кто забил у вас? Гаврил, спасибо. Бонита называется. Прямой ногой отпнулся, взял. Его получается каждый уровень меняется. Не, по три, по две, по три. У нас смотри, уже третий сюда. У нас третий, у нас другой. Высокий, да. Раз, по три, да давай. Да, я видел, уже понял. Только много лишних. Хороший парень. Он такой очень штатный, высокий, прям как бы особо внушает доверие. Это его хобби здесь, по сути. Не то, что там вторую лигу. Ну, чуть ниже там вторую лигу, наверное. Видно по нему, что он это. Ну, прям вот от него чувствуется такая уверенность. Он что, сюда пришел? Да. Вчера про бар хорошую фразу читал, кто-то пишет, бар, конечно, что-то замечательно, но как объяснить людям в баре, которые мы отвечали, ну что, суки, отсосали, что голод не был. Нет, в большом футболе прекрасно, что если ты оперативно работаешь за 2 секунды. Я нормально работаю. Гвардиола постоянно не согласен. Высокий момент был в футболе, когда вот реально не то, что почти он больше всех ругал. Да, и повезло на пацан. Под конец. Забывали. Ну, сколько чемпионов мира было и финал чемпионов, когда такие вещи не было. Ну, я согласен. Сити, конечно, более достойно. Сити не забил, да, это как сказать. Чтоб тебя не видно было. Спасибо.
Макс, правильно, как сжимать! Ты погорел хоть?
Кресло подвинь, ебаный. Уходите, вперед! Стой еще плотнее. Thank you.
Красиво. Да, сейчас пришли. А вообще-то, может,
правда. Арман, жоп еще! Че дело? Вообще, блядь. Давай, Жень! Я Ловец, видишь? Приводит я руку.
седьмой. Там, наверное, а-ля Валера, еще кто-то там махнул. Гранта! Осталось, Макс!
Гори, снова гори! 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 Дим! Гори! Дим! Дим! Вот он сейчас! Оставь, Саня! Иди там, оставь за рулечкой! Чуть-чуть, идем! Где? Стоял бы второй. 1-0 на пока. Да. Thank you.
входи, входи! Паша, ну долго, братан, освобождайся пораньше! Давай, давай, Макс, давай, выжимай! Давай, левую ногу! Все так же, я думаю. Да,
Давай, давай, ребят, давай! Еще играть! Ты тоже забился, да? Дим! Это другой. Тоже Гаврилов забил? Гаврилов забил? Первый Гаврилов, второй Пинков. Первую девятку забил, второй сюда. Не знаю, у вас там есть что там по номерам? Должно же появиться. Холодно, быстро. Виш, 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 Ваш, Ваш! Второй Гаврушка! Пола замена, и у меня себе нам. Причем до этого был все лигал игры в пятни. Когда там на выпало что-то было. Давай, давай, ребят, давай! Давай, Женька, давай! Сжимай его! Алёш, Саня, Алёш! Хорошо, пойдёт! Пойдёт, сюда! Сань, заходи, Сань! Оставь мяч, оставь пытать! Ну вот когда сильно играет, если замен идет. Подсели, подсели! Ну там, 2-3-4. И в конце там. Давай, не трясь, не трясь!
Через ой-ой-ой! Да ну. Володь, ты как сам? Мне кажется, момент, когда давал не было. Не слышу! Сам не подвелся. Гриша, другой есть! Да, нет, нет! Блядь! Блядь! Хорош!
Нашли, нашли сразу! Нашли! Нашли! Давай, Жень, давай! Лев, ты чего? Молодец, Юра! Он мне, знаешь, что говорит? Сейчас я слышу, Тише! Первый мяч! Борись, Юзик, убори! Еще! Не убирай! Скоро пойдет! Не топи! Юра, давай! Хорош, мама! Хорош, Гриша, отлично! Шире, шире! Сань, включай, шире! Здорово!
Один набирай! Шоу, ближе! Давай, давай, давай!
Набирай, набирай, Юрец, набирай! Шнурки, 15. Это что? Один, один! Хорош, Андрюха, Парова! Догоняй, догоняй! Догоняй! Помогите один голос, скажите.
Я не знаю, что это бывает, может быть, это просто друзья. Я не знаю, что это бывает, может быть, это просто друзья.